Значит, сантура делается так. Я сначала просто объясню. Три раунда по 5 минут, между ними отдых минуты. Первая минута. Максимальное количество, за сколько успеешь, подъемов вот этой штанги, пустого грифа, 8 килограмм на грудь. Положено на самом деле там 70 килограмм. 70 я не сделал. Я делал что-то там, не помню, 50 чем-то. То есть это. Затем, после этого идет у нас, я у меня там записано, бег. Челночный бег. Двумя руками. Одной вот здесь, касаешься этой, второй вот этой штучки. Бежишь туда, лицом вперед. Коснулся двумя руками сюда. Бежишь спиной вперед. Коснулся двумя руками сюда. Максимально туда-сюда бегов. Ну вот их. Сколько успеешь? Один счет, да, вперед-назад. Один счет считается вперед-назад. Максимально тоже успеть. Следующий у нас. Сновые тяги, по-моему, да? Ну да. Сновых тяг. Положим 110 килограмм. 111 даже. Ну, я сделал 111,5, там плюс полкилограмма, это незаметно. А тебе поставить здесь 18 килограмм. Основные тяги делаются вот так вот. А подъем на грудь делается вот так вот. То есть взять, раз, просто коснуться. Если ты можешь положить вот так вот штангу, то идеально. Я не могу, у меня плечи выкручиваются. На самом деле, в чем секрет вот этих движений, кстати? А можно мне вот один раз это сделать? Это все сделаем, да, разминаться будем, что-то не так сразу же будет делаться. Значит, это, значит, у вас такая смысл, на самом деле, все вот этих упражнений, подъем на грудь и прочее, резко сесть вниз. Упражнение на расслабление, называется прыжок вниз. Но настолько быстро прыгаешь, что раз, обгоняешь штангу. То есть это упражнение на ноги. Значит, ты ходишь после того, тяг, выходишь сюда, на то упражнение, которое ты уже знаешь, бурпи. Их на количество. И последнее, толчок штанги. Он заключается в том, что опять же ты же ногу поднимаешь. Не обязательно сесть, тут уже можно и садиться, но зато надо вот на прямой ручке. Так, а можно технику вот по технике. Значит, по технике объясняю. Мы сделаем с тобой вот так. Сначала сделаем пустым гриф. То есть не пустым гриф, а так пустой гриф. Трубочка вот эта. Значит, ты садишься отсюда, поднимаешь плечи и носочки. И отсюда, оп, садишься. Значит, сначала мы сделаем так. Первый раз ты просто сделаешь тяги с пола. Сделай 5 разиков. Так, вот этой? Да. А как делать? Ну, взяла с пола и... Не приседай сейчас или просто а куда ты денешься? Колени сгибай, так. Садись. Попу отклячь, попу вверх, так смотришь. Да-да, попу вверх. Да-да, садишься, попу вверх все время тяни. Так. Да-да-да, смотреть вверх, не бок вверх. Ладно. Смотреть. И выпрямляешь ноги просто. 5 раз так выпрямить ноги и выпрямляешь. Раз, да, и положить. Попу все время натянется вверх. Положить. Ну, обратно положить. Колени сгибай, садись. Так. Ну что, и 5 разиков. Ты можешь не отпускать, можешь просто не отпуская гриф. Попу держать вверх, да-да. Стараюсь, чтобы тебе, да, делать, что вот здесь прогиб, да, поехали. Прогиб держать, попа вечно не сплошла, не должна не сойти, тяни ее вверх. Пошире ноги поставь, раздвинь ступни, тебе легче будет, пяточки больше внутрь. Вот, да, вот так легче держать этот прогиб, мне во всяком случае. Так, давай, да, садись, вот. О, хорошо, идеально, вот. 3, 4, 5. Положу, отдохнула. Так. Да. Сумки в магазин таскаешь, тоже так, ну, попу сегодня так держи. Так, понятно. Это для позвоночника, правильно. А следующее упражнение сделаем вот так вот. Все то же самое. Тоже попу отклячим, тоже берем. Берем, все же немножко обычно, удобнее шире колени брать. Попу отклячим. А отсюда движение такое, называется подрыв. Стоя на носочке, то же самое делаем, но добавляем подрыв и подъем плечей. Угу. Так, ну закрыла? Да. Угу. Значит, так же попа отклячена, все так же стоишь, да. Ну давай пошире поставим эти штучки тебе, чтобы ты могла стоять между ними, потому что тут грифт будет продвигаться так. Давай ставь, чтобы внутри между резинок вязала. Встань между резинок, да. Между матов. Так. Попа отклячить. Шире колени взять. Шире колени, да.
Раз, и на носочки, и плечи вверх, плечи вверх. Как будто говоришь, не знаю! Не знаю, где. О, да. И отпустил вниз. И отпустил. Все это в одном режиме. То есть это лови инерцию. И раз, подкинь, раз, да, все, динамик лови уже. Клади, не спи. И раз. Да, ничего страшного, не роняй ее. И раз, не знаю, не знаю, не знаю, выше плечи поднимай. Ну, я выше не поднимаю. Ну, и это, быстрее, быстрее, динамичнее. И раз, вот, хорошо. И раз, хорошо. И раз, хорошо, все, да, сделали? Ну, наверное. Следующее упражнение, прыжок вниз. Давай сделаем сначала без грифа. Вот так же встала, вот то же самое положение, как это. И отсюда твоя задача, раз, прыгнуть вниз. Угу. То есть прыгнуть вниз так, чтобы ноги оторвались от пола. Ну, похоже, но желательно прыгать вниз. Ты пока подпрыгнула и подняла, и опустилась. Твоя задача резко ломануться вниз так быстро, чтобы ноги... Во, да, да, чтобы ноги оторвались от пола. Резко потянуть колени к груди. Да, во. Во, хорошо. Как видишь, это не такое уж простое упражнение, прыжок вниз. Хорошо. Так. Теперь следующее упражнение будет, и мы к этому вернемся. Вот мы типа уже вытянули, вот положение, мы на носочках, мы это подняли сюда, раз. Вообще идеально, у тебя должно вот так, как штаны с видео, вот они вот так выкручивают, у меня вот так не встает. Ну, для нас достаточно будет, конечно, просто чуть-чуть так, но вообще идеально, чтобы вот прям положил сюда и все. То есть вот положил, ну, оп, и подсесть вот так. Еще раз. Вот, натянула вверх, вот так руки потянула. Так, я сейчас ее взяла. Сделала подрыв, ну просто взяла подрыв, то есть встал, взяла, встала, да, с ней. Встала, там держит. Так, все, встала, на две ноги нет. Не торопись. Нет. Не торопись, опусти, опусти. Я уже не помню. Ну куда? Не, не опусти, просто на руки висящие. Ну, так. Висящие руки у тебя, руки висят. Вот они у меня тут тоже висят. Угу. Значит, отсюда вот я вот натянул, видишь, на носочки встал на это. Раз. И просто поменял плечи, да. Местами. Вот. И теперь, пожалуйста, разиков 10 сделай. Так, не торопясь. Натяну вверх и развернуть плечи, да. И вниз. Не надо вниз опускаться, прям с висящих рук. А. С висящих рук, да. Нет. Сначала, ну давай, сейчас вернусь сюда лицо, чтобы зеркало себя видело. Так. Так, значит, сначала потянула вверх, сделала подрыв, подрыв, подрыв. Плечи мы тоже поднимаем. Помнишь, плечи поднимаем. Не знаю, скажи, сделай, подними плечи. И теперь раз. И вот, да, первое движение было, да. Повтори сама. И... ну? Два. Это надо все запомнить. Не надо запомнить, это потом сама автомат оставит. Плечи, плечи вверх поднимай. Тяни, тяни, не знаю. Три, предположим. Четыре. Пять. Угу, хорошо. Ну, поднимай плечи. Так. Носочки. Плечи на носочки и так. Шесть. Как-то. Подорвать? Развернуть плечи. Подорвать? Развернуть плечи с руками. С руками. Так. Десять. Хорошо. Так, сейчас, а так же останься. Так же, потому что зеркало себя видел. Это следующая задача. Вот так же, с этой штангой на груди. Ты уже держишь ее. И опять прыжки вниз. Раз. На полную стопу присесть. Не как я на носочке, на полную стопу, мне просто мне эти мешают. Так, да. Ты... Раз. Ага. Два. Слушай, а ты так можешь, кстати, сделать? Как? Ну, тоже не очень, но у тебя гораздо лучше, чем у меня. Плечи вперед толкни. Вот.
На плечах держать? Да, так хорошо. Так хорошо. Я просто не могу справиться. Больше локтя вперед, вперед толкай локти. Во. Да. Три. Четыре. Пять. Шесть. Смотри вверх, не вперед. Семь. Того, да. Ага. Локти вперед. Восемь. Девять. Десять. Положим. Вот подают упражнение. Сейчас эту палочку убираю. Сейчас попробую вот эти. У меня есть такое подозрение, что, наверное, боюсь брать подъем на грудь и делать какую-то пустую палку. Вот эти. Трубочкой. Может сказать, что грудь для тебя тяжеловатая. Лучше больше ты травмируешь позвоночник. Для мышечной тяги это не проблема. Ладно, это мы попробовали. Теперь челночный бег. Попробуй туда-сюда. Ну да. Ну, в общем, понятная система. О, так. У тебя запчасть отвалилась. Ага, ладно. Так, значит, что? Ну ладно, понятно, с этим понятно. Дальше идет основная тяга. Вот как ты делаешь здесь, то же самое. Попу отклячит, сильно прогиб позвоночники. То есть, отсюда раз, пять. Мне нужна машина, вот эти штучки. Да. Либо чтобы тогда вот так вот. Ну, да, вот это можно, наверное, здесь. Ой-ой. Где-то сможешь. Не-не-не-не-не, классическая основная тяга. Кого встань. Между ними нормально по ширине. Поближе, поближе, стоп, не вперед. И руки хватит, носки, пяточки больше внутрь. Пяточки не звони. Вот, да. И руки хватает шире ног. Так? Да, 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 да. Прогиб спине. Прогиб спине. Попу вверх. Отпрятить задницу. Да, да, да. Уже тяжело идти стоит. Вот, вот, давай, да, 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 да. Попу держать. Так, сейчас. Ну, сейчас попробуешь, посмотрим. Может, придется это снова у тебя пустым грифом делать? Да, наверное. Ну, посмотрим. Так. Попу держать. Нет, не держи. Вот, ну, давай, давай, делай. Раз. Держать попу. Спину. Что, тяжело так? Ну, да. Что, так тяжело, что вот ты сейчас сказал, тяжело? Ну, мне, нет, не то, что тяжело, но, грубо говоря, одновременно еще удержать. А, ну это технику вопрос такой, да-да-да-да-да. Ну, может быть, можно попробовать. Давай так. Еще разик, два, три, сделаю, четыре, пять. Так. Попу, вверх тянуть попу. Не стоять с ногами тяни, главное ногами. И смотри потолок. Раз. И опускайся попу, держать. Попу садись, ноги работают. Давай, ладно, пошире тебе поставлю, может, ты правда плоховато. Так, давай. Ставь, как тебе удобно. Попу. Да, ниже опускай, ниже попускай, садись. Да, ниже. О! Как лягушка должна быть. Низко-низко. Как будто прыгнуть вверх собираешься. Вот. Да, да, хорошо. Что такое? Так, ничего. Думаешь, вес меньше? Да ладно, пойдет. Сколько мне тоже кажется вес. Потому что мне кажется, этот вес ты можешь и без техники. Вот сколько так здесь килограммов? 18. В обоих, да? Не в обоих, а всего 18. Гриф 8 килограмм, 2 килограмма по 5 килограмм. Еще один гриф и мой вес. А, то есть много получается, да? Нет, ну, 18 плюс 18, 36. Ой. Ну да. 36, а плюс 10 килограмм мой вес. Даже еще меньше. Ну да, меньше там, хорошо, говорила. Я не знаю, это же. Ты за больше половины моего веса. Ну, не меньше половины твоего веса, вообще-то. Нет, если всего, каждый 18? Не каждый 18, всего весь гриф 18. Всего? Ладно. Это будет 13 килограмм. Два замка накручиваю, чтобы это. Ты как будешь делать много на повторении, она начинает вращаться, крутиться.
Да, еще сам гриб. 8 килограмм, тебе все вместе, 10-18 килограмм. Гриб 8 килограмм, блин, если по 5, вот получается 18. Сейчас тебе блин, весь по 5 килограмм. У тебя получается вес 13 килограмм. Угу. 13 килограмм, ты эти сумки с этого, с магазина таскаешь свободно. Ну, проблема. Садись, просто ниже. Ну, да. Давай еще раз попробуем. Раз. Попу держать. Ага. Держать попу. Вверх попы. Садись попы вниз. Вниз попы садись. Да я и так садись. Ты садишься, наклоняешься. Не наклоняться надо. Просто, что у тебя ноги как поршни работают. Блин. Ладно, хватит. Так. Запишется. Так. Бёрпи. Попробуй, вспомнишь. Да-да, твой любимый упражнение. После этого всего. Так, а... Отжаться? Нет, грудью пол коснуться. В прошлый раз вы мне не говорили отжаться. В прошлый раз я делал сам, а ты меня ассистировала. То есть ты стоял рядом, повторял то, что я сам, что и я. Да, во. Ты еще для количества. Ну да. Хорошо. А. В прошлый раз мы делали вместе, я тебе не обращался. Если тебе не повезло, так, у нас один тренировки, и я с тобой слежу. И толчок штанги. Толчок штанги, опять возьму трубочку. Угу. Если перед этим было взять штангу в сет на грудь, ну, если классический тяжелоатлетик, они всегда берут в сет. Но когда делаешь большое количество повторений, техника она гораздо хуже, немножко другая она. То есть твоя задача будет то же самое, поднять на грудь, встать ее с ней и толкнуть. Некоторые делают разножку. Ну, я здесь это не делал, потому что вес небольшой, и у нас задача на выносливость. Так, когда мы поднимаем, мы на носочки и... Да, сейчас мы делаем будем по частям. Значит, сначала первая часть – основная тяга, которую ты делала там опять. Просто основная тяга. Пяточки внутрь, носочки вне, врозь, да-да, во. Просто основная тяга. Да-да, попа вверх. Так. Попа отклячить, спина слабо очень. Во. И... Ну и что, и вставай. Не, просто встань. А, просто... Да и положить 5 разиков. Это же первый раз было. Попа отклячить, садишься, попа между ног, между, ниже колени попа должна быть, садись. Держать спину. Попу вверх, попу вверх. Попу вверх держать. Ну что это такое? Держать, у тебя спина выкручивается, ты без спины останешься. Ну, ты сама хотела сделать то же самое, что и я. Сейчас откачиваешь сразу. И держать ее плотно. Это не отклячь. Отклячься, значит, здесь просто приги вот эти мышцы. Все, вот так вот. И так садишься. И садишься попой между ног. Между ног садись. И не знаю. Вот, умничка. Опусти, не держи ее. И не знаю. Все, отдохни, поставь. Следующий будет этот вопрос. Подворот штанги на грудь. То есть ты сделала раз и вот так закинула. Сразу сейчас? Ну, может сейчас сразу, да. Ну, свист лучше сделать, то есть не снизу, а снизу. Ну, давай снизу. Давай снизу сделаем все просто. То есть ты это, пару раз сделаешь, оп, а потом начнешь прям снизу так выходить на грудь. Сейчас? С этого, да, сделай. Пошире чуть возьми, чуть пошире, у тебя же руки шире же обычно. Да. Вот сделала, не знаю, раз и засела. Так. Ой, оп, да, не спи, да, сразу, умничка. Так лучше, что сейчас будешь делать ту сторону. Чтобы в этом месте, где делаешь, там и делала. Оп, хорошо, да. Оп, хорошо. Оп,
Хорошо, ладно. Теперь давай с пола то же самое. Вытягивай, сразу выкидывай так на грудь. Не спи, я сразу пошла. В одно движение делай. О, сразу? Он тяжелый, конечно. Слепно. Пустой, пустая трубка-то. Она весит меньше килограмма. Так. Разгоняешь, ну вот. Вот это и требуется. Вот это движение, на самом деле, гораздо сложнее, чем само движение. О, хорошо. Да. О, хорошо. Все, хватит, ты уже освоила. Так, теперь на грудь положи ее. Так. И на грудь положи. Делать будешь это на фигу. Не буду делать. Еще я могу все чем-то травмируешь. Так, значит так, на грудь положила. Твоя задача так, подсесть, толкнуть ногами и потом подсесть, чтобы по инерции трубка сидела. Смотри, вот я сажусь, у меня на груди штанга. Я сажусь, толкая ногами, толкая, и сразу пытаюсь сесть. То есть, грубо говоря, руки у меня просто как веревочки. То есть я делаю так. Оп. И прыгаю сразу. Пробуй. Так. Я сейчас прыгаю. Ну, хоть что-то на груди. Садишься, подсаживаешься. Прогибай. Оп. Ну, предположим. Твоя задача подсесть под штангу. То есть разогнать и подсесть под нее. Стоп. Я сначала приседаю, а потом разгоняешь ее, разгоняешь ногами. Ну, похоже. Ну, похоже. Ну, на самом деле, мне на весе легче показывать. Так, на весе. Значит, я просто беру ее, вот закину, допустим. Я толкну. Видишь, у меня руки вообще ослаблены, они меня ловят там ее. То есть я сделал, мне над пальцами даже удержать ее. Я разгоняю ее ногами. А руки практически не работают. Подсесть, ничего страшного. Как получается, как получается. Нет? Не очень. Это не толчок, ты просто поднимаешь руки. У тебя работают, не работают? Работают. Так. Ну, хочешь, попробуем грифом. Грифом вот это легче будет. Поднимать я тебе не дам грифом. Ну, способ. Буду потом делать это. Но грифом, там вес есть. Легче почувствуешь, что ты его разгоняешь. Ну, давайте 5-килограммовый дам. Да. Так. Ага. Опс. На грудь положила. Пошире чуть возьми, да-да-да, чтобы удобно было. Ну, похоже. Ты должна разогнать и подсесть под нее. О-о-о! С весом легче гораздо. Нет, просто я так понимаю, когда она наверху, у меня ноги все-таки здесь. Вот в чем. Ну да. Логика. Да. А не как бы. Так. Нет, сейчас руками. Ты не толкнул ногами. Ты должна толкнуть. Так, грубо говоря, два приседания получается по штангу. Ногами разогнала. Это опять руками. Два приседания. Смотри. Разгоняю и сажусь. Ногами разгоняю и сажусь. Разгоняю ногами, ножки, колени разгибаются и сразу сгибаются. Сгибаются, колени разгибаются. Колени разгибаются и сразу сгибаются. И опять вниз? Да, опять вниз. Так. Разгибай. Нет, выпрямиться, согнуться колени должны. Смотри еще раз на колени. Так. Они должны вот делать вот так вот. Выпрямиться и сразу согнуться. Выпрямь, да-да-да, больше выпрямляй их. Сильнее выпрямляй и согни. Выпрямляй и согни, да-да-да-да. Еще раз, выпрямляй и согни. Сильнее выпрямляй и согни, да, хорошо. Больше выпрямляй. Выпрямляй и согни. Так. Выпрямляй и согни, вот. Ну, похоже. Ага. Чем будешь делать, пустым или 5-килограммовым? Если еще нужно что-то, наверное, вниз, то не знаю.
Нет, тут садиться вниз не обязательно. Толчок, ты делаешь как толчок. Вниз садиться. Ну, вниз. Можно эти по 5-килограммовую должен делать, да? Если не заладится, то пустой пусть будет. Нет, тут уже вопрос заладится, заладится такого быть не может. 5 килограмм нормально все же. Без снитокса, в конце концов, можно просто чистой силой, когда ты спину все сорвешь на 5 килограммах. Так, после этого на этом все у нас. Вот, в принципе, само упражнение. Я не поняла, что за первое упражнение будет и последнее. Это какая разница, я тебе скажу. Ладно. Значит так, ну сейчас тебе скажу, потом еще повторю. Первое упражнение, подъемы на грудь. В сет. Мне нужно еще ее показать, как это делается. Просто садишься. А я до этого так делала? Да. Ну сейчас делай еще раз хорошо. Это часть толчка. Значит, я сижу. Подергиваешься, садишься сам, да-да. Дергаешь вверх его и садишь под него. А садиться под него, все, тут очень важный момент, все садиться, да. А, сразу так все? Да, да, и сразу можно ранить его. Просто попу подергай, сразу садись под него. Садись, нет, ты поднимаешься, ты должна сесть под него. Значит, я точно делаю это упражнение. Нет, ты делал подготовить, ты сам упражнение ничего не делал. Ну, вот именно, поэтому сейчас не пойму. Значит так, давай, разик 5. Твоя задача разорваться и сразу сесть попу под него, пустить. Попа далеко от пола не уходит. Разогнать и сразу попа вверх. Дерни вверх и попа вниз. И вниз садись. Вот. А зачем? На пяточке сидеть. Сидеть на пяточках. Да. А ты пошире ноги поставьте, неудобно. Пошире ножки поставь, ступни разверни. Это все время сидя нужно, да? Ну, получается, да, не, но если сил не хватает, начинаешь сильнее разгибаться. То есть, вот твоя задача все время сесть и садиться, садиться, садиться. Именно все, это важный момент очень. Беру. Ну что, подливаешь и садишься. Раз. Ну да. Только ты спиной больше делай. Ну. Подним, дергай ее вверх и садись. Дергай и садись. Вот, похоже. Нет. Спиной дергай. Ну, в смысле, это все. Ногами дергай. Ногами дергай. Ногами, да, ногами толкаешь. Дергаешь. Раз. Ну, подположим. Еще раз, дергай ногами. На самом деле, больше бы вес был, ты бы почувствовал сразу. Но, к сожалению, больше вес тебе мышцы не потянут. Нет, ты руками делаешь. Вот это проблема. Паш, вес для тебя, ты можешь это руками сделать. Просто очень сложно все время на куртиках сидеть. Поэтому очень... Ну, хочешь попробовать на той? На той ты сразу вес почувствуешь. Ну, какой? На той я не хочу. Я-то и так просто еле-еле подумала. Об этом речь. Но, на самом деле, когда веса больше, с того начинаешь чувствовать. А сейчас у тебя просто сила в руках, у тебя просто очень слабые ножки. У тебя руки сильнее, чем ноги. Наверное, потому что на руках все еще хочешь, чем на ногах. Это ручки. Жесть. А, ну, ты же подтягиваешь ноги даже можешь, да? Ну вот, поэтому получается, да, что у тебя ноги. Пошире встань, тебе же пошире, это удобно. Проверяется, как все делать. Как тебе легко прыгнуть, вот на той стороне должны быть ноги. Как легко прыгнуть, вот как тебе легче вверх прыгнуть, из низкого седа, как тебе легче прыгнуть? А, из низкого? Из низкого седа, как тебе легче прыгнуть? Ну, плавай, что не бери, газа. Ну, прыгай, прыгай. Не знаю. Ну, посмотри, как тебе удобно стартануть с низкого седа. Мне, может, вот так вот удобно. Да? Ну, что-то ты прыгнул очень высоко. А, высоко, да? Ну, да, естественно. Ну, надо на пяточке. Вот, вот это твое удобное положение до таза. Так, значит, это нужно все время сидя. Не все время сидеть, ты можешь выпрямить ноги, ты должна сесть. Как я буду выпрямлять, если мне надо вообще подниматься? Да, и сразу садиться. Ну ты жал, что ноги слабо, вот и просто практически все программа на ноги. Ну давай. Сажу. Плохо, но пойдет. Ты должна ногами разогнаться, ну хорошо, тогда выпрямляешь ноги и садишься как-то вот так вот. А рука, штанга просто держит за руку, руки держит штангу. Так. Нет, выпрямляешь, может, понимаешь, выпрямляешь ноги со штангой, садишься. Да, полным путем садишься. Значит, иду. Выпрямляю. Куда? Выпрямляешь ноги. А где штанга в этот момент? В руках, где еще? Какая разница? Какое у меня положение? Какая разница? Какая разница? Просто держи и все. Выпрямляешь ноги. И садишься, а штанга остается на груди. Может так.
Пойдет так. Вот так пойдет вполне, кстати. Я думаю, вполне пойдет. Это будет лучше. То есть это сделать. Значит, садимся. Выпрямляем. И садимся резко, чтобы сам оказался на груди. Вот, да, 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 да. Главное быстро подсесть под штангу. Угу. Наверное, так, запомнил. Второй бег туда-сюда челноком. Это я помню. Потом сновая тяга, давай еще раз вспомним. Не помню. Ну, давай. Так, беру. Что там? Не забывай попу держать. Что, просто? Да, 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 и поставить так же. Таким просто, ну ладно. Ну еще пару раз делай. Попу держать, да? Ага. Хорошо. Потом бурпи. Бурпи, ладно, не буду делать. И толчок. Да, просто толчок. А толчок как? Опять на нос ложь? На грудь поднимаешь и с груди толкаешь. Сейчас, погодите-ка. Вот это вот надо делать? Блин, нет? Теперь делаешь толчок, это ты делаешь подковитель. Все, теперь тебе подкидываешь, забрасываешь на грудь штангу. Просто берешь, забрасываешь на грудь штангу. Беру. Забрасываешь. Вот, беру. Да, и толкаешь вверх ее. Вот, да. Ага. Забрасываешь, толкаешь, видишь? А потом? А потом, ну, может так, да. Короче, проскладываю. Ну, да, да, да. Ладно. Нет, ты как правильно показал, а то правильно будет. Но когда ты устаешь, делать правильно все не получается. Ну, конечно. Так, ладно. Готово. Наверное, да, только забыл первым. Я тебе напомню. Не гигабайт, а помните? Я помню. У тебя твое первое упражнение забросить штангу на грудь и сесть. Ага. Вот и все. Ладно. Первое упражнение будет забросить штангу на грудь, пока не делай, отдохни. Так. Отдохни, дыхание восстанови. Отдохни где-то на 3 минуты, там отдохну где-то. И после этого начнем делать. И количество разов будем считать. Так, отдохнуть. Может так терять его? Ну, пусть будет так хорошо, давай, согласен. Что будет? Ну давай. Что, готово? Да, давайте. Так. Поехали. Давай. Забрасываешь просто на грудь штангу. Так. Раз. И сесть с этим. И сесть со штангой, и сесть. Раз. Да и кладешь туда. Забрасываешь и садишься. И два. И сесть. И садишься быстрее. Забрасываешь и садишься. Забрасываешь и садишься. Вот. Ага. Три. Четыре. Закидываешь ногами, закидываешь ее и садишься. И ногами толкай вверх, подрывай, вот, пять, хорошо, похоже, да. Шесть, хорошо, ногами подрываешь ее вверх и садишься. Все, хватит, пошли это беги челночные. Так, шесть раз делал. Я ручку коснулся. Два. Третий пошел делать. И четвертый пошел. На пятый пошли. Шестой пошли, сейчас что? На седьмой пошли. На восьмой пошли. Девятый пошли, до конца добегаешь. Так, девять движений есть, но вытягиваем. Хорошо, держишь попу. Раз. Два. Молодцом. Руками не тянуть. Просто встал с ней и все. Да, держать. Молодцом, держишь хорошо.
Три, умничка. Хорошо держишь, а все, жалко, не могу делать. Четыре. То, что я говорю хорошо, это значит, надо отдыхать. Четыре. То, что ты когда не отдыхаешь, делаешь хуже, можешь спину сорвать. Чего? Отдыхать, не стесняйся отдыхать, чего страшного. Сразу все не получится, что ли. Бок лежать, да? Пять. Молодцом. Все, пять разиков сделал молодцом. Толчок, да, бурпи, да. Любимое упражнение. Раз. Два. Три, умничка. Четыре, хорошо. Пять. Отдыхать не стесняйся. Шесть. Семь. То есть забрасываешь на грудь и выкидываешь вверх штаны ногами. Дыхать не стесняйся, не стесняйся дыхать. Так. Забрасываешь на грудь, оп, да, и толкаешь на дверь. Вот, да, раз, хорошо. Так. Да, здесь дышать тяжело в этих упражнениях. Не столько тяжело, сколько тут дышать приходится. Дышать просто после остального. На грудь заполнить надо было. А, да, извиняюсь. У нас получается, да, вес, который ты можешь просто взять руками, просто ходить. Так, да, 4 раза тебя, да, вроде? Да, 3, не знаю. Отдыхаешь минуту. Ага. Минуту отдыхаю. Ну что, 3 разика сделала. По-моему, или 4? Да, какая разница? По большому счету сейчас не очень большая разница. Потом можно посмотреть по камере. Я писал 3, по-моему, 4. Только вы говорите, когда я возьму сын так держу. Все-таки. Ну, веса, на самом деле, тут настолько маленькие, понимаешь, что тяжелоатлеты, они учат детей на пустых грифах, грубо говоря, 20 кг. А у тебя даже самый тяжелый 13 есть. То есть, в принципе, ты все руками можешь поднять. Просто я специально слежу, чтобы правильно делать, потому что потом... Вот-вот. И есть маленький момент, что когда ты идешь в большом количестве, там техника уже будет явно не та, ну как у тяжелоатлетов. А техника гораздо хуже, другая, ты видишь, на толчок они забрасывают на грудь, не садятся почти. Не, ну они все-таки не просто так, нужно там занять как-то определенно. Хорошо, пошли, так. Забрасывали на грудь. Просто закидываешь на грудь и садишься. Так. Закинула на грудь и съела. Раз, раз, тут положим, да. Ногами закинь на грудь, до конца выпрями, закинь и сеть. Так. И два, ногами закидывай, ногами закидывай. Ногами, так. Ногам опереться и толкнуть ее вверх, и под... Оп, и сесть. Считается. Да, сесть очень важный момент, потому что ноги расслабляются. Да, ноги, они уже устали, да, и расслабляться не хотят, поэтому упражнение становится резко тяжелее. Поэтому большое количество и в толчке это не садятся вообще. И, о, умничка села. Четыре, умница, да, хорошо. Пять. Мамка, для ударов вид спорта очень принципе. Так, пайк начал ночью век. До этого момента сложно, да. Второй. Третий. Пошли на четвертый.
Пошли на пятый. Пошли на шестой. Пошли на седьмой. Пошли на восьмой. Пошли на девятый. Все, ладно, пошли на десятый сделать. Да-да-да, хорошо сделали. Пошли с новой тяги. Попа отклячь и просто вытащи ногами. Все. Сесть, попу держать, смотреть вверх потолок и все. Раз, вот хорошо. Не руками, только ногами, да. Руки висят как плетки. Ну, держи, что ты держишь-то? Пускай. Потолок смотреть. Как будешь делать. Три. Спину не круглить. Попу отклячить, да, смотри потолок. Отдыхай, отдыхай, не стесняйся отдыхать. Потолок смотреть, главное. Потолок, кто бежал, четыре. Ох, все хорошо. И поставила. Все, четыре разика сделала. Так, бурки и пошли. Раз. Два. Не стесняйся отдыхать, если что. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь разиков. Точки. Забраться на грудь и выкидываешь ногами вверх ее. Просто забраться на грудь ее. Ногами. Раз. И толкаешь ее вверх. Вот. Хорошо. Первый был молодцом. А что ты вообще нашел? Вверх. Во, хорошо. Второй. Третий. Хорошо. Четвертый. Все. А пальцы? А ноготь? Ноготь. И пятый. Считаем, все, отдыхай. Пошел. Ну, второй раунд, как всегда, у меня тоже был лучше. А третий уже просто силы не было. Отдыхаем. Тяжело? Не знаю. Дышать тяжело, да? Интересно, когда совмещаешься вместе. Все резко тяжелее становится, да? Да, есть такое. Как-то подействие, оно все проще. Ну да. Так. Самое первое упражнение. Самое непонятное. Да это просто на грудь закидываешь и все. Все, а то... Это просто уж сколько лет закидываешься на грудь. А я даже технику не понимаю. Не так уж много. Не так уж много, поверь мне. Я просто недавно. Так. Поехали. Значит, разогнала и закинула, да, и сесть. У меня снова проблема сесть тем, что разогнать, наверное, на грудь могу, а вот сесть тоже тяжело, ноги плохо собрать. Два, вот, молодцом. Три, можешь не держать там, коснулась груди, можешь опустить сразу.
4. Пять. Хорошо, держи. Шесть. Все. Пошли вверх, солнечный. Раз. На второй пошли. Коснуться. На третий пошли. Четвертый тебе будет. Пятый пошел. Шестой пошел. Седьмой пошел. Восьмой пошел. Девятый пошел. Десятый пошел. Не понимаешь, ты меня обгоняешь. А, не, обгоняешь. Обгоняешь, да. Десятый, основной твой. Объект не обогнала. Просто руки не чат. Ох ты, раз, да. Просто еще. А, Миша, так надо. Ну, лучше ногами, да. Ну, я же говорю, когда усталость, там уже кепка хватает, бывает, ничего страшного. Сесть, попу, идёт сверх смотреть, попу садить и... О, два. Хорошо. И умничка. Четыре. И пять. Молодцом. Бурпи. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, умничка. Не стесняйся отдыхать. Давай. Семь. Восемь. Хорошо, толчки. Забрасываешь на грудь ногами и выкидываешь штангу ногами вверх. Толкаешь ее. Забрасываешь, толкнул. И раз. Молодцом. Хорошо. Два. Есть два. Три. Есть три. Четыре. Есть четыре. Все. Будем сейчас считать сумму. Молодцом. Не очень тяжело. Сам не знаю. Меня очень волнует то, на самом деле, как я это делала.